покупай, педофиляет. Смотрится, нет? Здравствуйте, расскажите о ваших впечатлениях о спектакле. Ну, это надо у зрителей спрашивать. Наши впечатления. Нет, ну, ваши, как вас? Довольно, хорошо. Я переживал за техническую сторону, но она так не подкачала, все было просто отлично. А почему вы выбрали именно это произведение? Для Института электронной техники я даже другого представить сложно. Нет, серьезно, я когда читал, я прям вот видел, что это прям для студентов хорошо, там, наука, когда там, ну, что-то такое. Ну, может быть, следующую, если будет постановка, что-нибудь уже больше про любовь. Я так понял, что это даже многим студентам хватает цифр на лекции. А вот любви... Что вы можете сказать? Ну, то есть вам все удалось, что вы запланировали, у вас все удалось, да? Ну, не было вообще переживаний по поводу того, что как воспринять зал. У нас были свои задачи стояли, у каждого практически какие-то свои, если они вообще... Да, были же какие-то задачи? Тебе понравилось выступать? Ты выступал впервые? Ну да, впервые. Тебе понравилось? Будешь еще выступать? Да. Да? А расскажи, что тебе в этом спектакле больше всего понравилось? Ну, даже не знаю, как сказать. Ну, скажи что-нибудь. Ну, ты знал до этого раньше что-то о Галилео Галилее? Да. И сейчас для себя что-то новое открыл? Ну, не знаю. Расскажи, что открыл для себя нового. Ну, что звезды крутятся. Да, замечательно. Что вы можете сказать студентам? Студентам? Студентам, тем, которые были заняты в спектакле, хочу сказать, отлично, возможно, что-то, какие-то открытия. В любом случае, боевой вылет – это ценная вещь для актера и для человека вообще, что там какие-то, может, какие-то вещи будут переосмысливаться. А для тех, кто не участвовал, ну, можно как-то поактивнее, там, просто, в принципе, все могли принять участие в этом спектакле. Вы еще будете, да, ставить постановку? Да, вероятно. Сейчас неделю отдыхаем, а потом подумаем. Все, замечательно. Я тоже буду участвовать. Да? Ну, все, будем смотреть. Будешь в мед поступать и учиться? Да. Хочешь поступать? Нет. Откуда хочешь? ГИТИС. ГИТИС? Нет, я не я ни в коем случае не это. В МИЭД, только в МИЭД. Я бы сам пошел в МИЭД учиться. Цифры – это все-таки гармония. Это... Ты пошел в ГИТИС. Дурак. Ну, все, спасибо. Нам очень нравится ваше представление. Спасибо.